русский север, край невероятных просторов, раздолья, край редкого богатства и редкой красоты, которая и поныне еще не утратила своего очарования. Север — это штормы и бури студеного моря, северный народ, поморы, люди великого мужества, выносливости и терпения. Живем мы с вами в славном граде Архангельске и гордимся тем, что родились на севере. Гости дорогие, скажите-ка, кто мне скажет, чем славится наш город и наша область? Ну, пожалуйста. Давайте, кто ответит? Лесом. Лесом, правильно. Есть еще какие-нибудь у нас? Рыба, треской, конечно же. Еще? Что-что? Песнь, алмазы. А, ну да, точно. Алмазы, песни. Да. А еще? Да. Газ. Нефть, газ. Хорошая у нас область. Да реками, реками славится еще наша Архангельская область. Все правильно вы сказали. Богата наша область Архангельская и лесами, и песнями, и, конечно же, реками. Да, реки-то у нас величавые, неспешные, широкие. Двина Северная, Вага, Бинега, Мизень, а мелких-то речушек и не перечислишь.